HD-проектор с высокой яркостью и максимальной диагональю проекции в 300 дюймов. Сегодня познакомимся с проектором Acer H6523BD. В комплекте идут кабель питания, пульт дистанционного управления и руководство пользователя. Посмотрим на проектор поближе. Он имеет полностью пластиковый корпус белого цвета с габаритами 31 на 23 на 11 сантиметров и весом почти 3 килограмма. Спереди расположен объектив с зумом кратностью 1.1 и максимальной диафрагмой f2.1. Резкость настраивается поворотом самого объектива, а зумирование рычагом на верхней части корпуса. Справа от объектива находится окошко инфракрасного приемника, а слева вентиляционные отверстия, из которых выходит горячий воздух. На верхней панели расположены 9 кнопок управления, включая кнопку питания, а также 3 светодиодных индикатора работы проектора. По бокам корпуса расположены вентиляционные отверстия, а сзади разъем для подключения сетевого кабеля. 2 HDMI видеовхода, сервисный USB разъем, VGA видеовход, разъем RS-232, композитный видеовход и аудиовход и аудиовыход. Также внизу есть отверстие для фиксации замка безопасности Kensington. Данный проектор выполнен по технологии DLP. Имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей. А в качестве источника света используется лампа высокой мощности с максимальной яркостью 3500 люмен. Это достаточно высокое значение, что позволит пользоваться проектором даже в плохо затемненном помещении, при условии, что расстояние до экрана будет не очень большим. Ресурс лампы составляет 5000 часов на максимальной яркости, либо 12000 часов в самом экономичном режиме. Потребление лампы составляет 245 Вт, поэтому она нуждается в активном охлаждении, а в случае перегрева на проекторе загорится соответствующий индикатор. Проекционный коэффициент меняется от 1,47 к 1 до 1,62 к 1, а допустимое проекционное расстояние от 1 до 9,7 метра. Диагональ проецируемого изображения может составлять от 28 до 300 дюймов. Но учтите, что для получения максимально возможной диагонали потребуется полное затемнение, иначе изображению не будет хватать контраста и яркости. Что в итоге? Это достаточно яркий проектор с Full HD разрешением и возможностью создания изображения диагональю до 300 дюймов. Но учтите, что тут используется мощная лампа, которая требует активного охлаждения, а потому на максимальной яркости проектор не будет бесшумным.